Солнечногорске открыли сезон фонтанов. В этом году на территории муниципалитета запустили самый большой фонтанный комплекс, расположенный в микрорайоне Рекинсо. Его площадь составляет порядка 2000 квадратных метров. Вблизи расположены скамейки для отдыха, есть детская игровая зона, освещение. Территорию благоустроили в прошлом году. Решение о создании еще одной зоны отдыха для жителей принял глава городского округа Владимир Слепцов. Также с 1 июня заработал фонтан на Советской площади. В деревне Чепчиха устанавливают новую контейнерную площадку, которая будет включать в себя три бака для раздельного сбора мусора. Раньше жителям деревни приходилось вывозить мусор самостоятельно или оставлять пакеты вблизи магазина. Всего коммунальные службы по распоряжению главы округа оборудуют 11 таких площадок, 10 из которых установят на территории деревень – Вертлино, Толстяково, Брехово, Шишовка, Ожогино, Соскино, Тимофеево, Дудкино, Хоругвино. Еще одна контейнерная площадка появится в Солнечногорске, вблизи дома номер 176 по улице Красная. Коммунальные службы Солнечногорска продолжают устранять последствия капризов природы. Проливной дождь, который прошел в выходные, подтопил подвал дома номер 40 по улице Баранова. Местные жители обратились в адрес администрации через социальные сети с просьбой помочь в устранении аварии. Полностью завершить откачку воды, просушить полуподвальное помещение и провести дезинфекцию коммунальные службы планируют в течение суток. Вопрос на личный контроль взял заместитель главы администрации городского округа Сергей Егоров.